На турнирах участвуют спортсмены из Армавира, Выселок и Сочи. Среди 70 шорт-трекистов есть как новички, так и профессионалы. Саша Сенцова скорее относится к первым. Ролики на коньке она решила сменить 2 года назад. Но результаты в шорт-треке у 13-летней спортсменки уже неплохие. Участвовала я уже на России. Много здесь принимала участие. Краснодарский край много раз выигрывала. Вот. Так, свои соревнования, показываю результат. Ну, вот так вот. Мне как бы очень важно, чтобы показать результаты, и я очень хочу дальше этим заниматься. Первенство края – один из этапов отбора на зональное первенство России. Оно пройдет через неделю в Саранске, поэтому вырвать победу в этом турнире желает каждый. Ребятам постарше нужно преодолеть как можно быстрее 3 дистанции – 500 метров, километр и 1,5 километра. Детям помладше и задачи полегче – 2-3 круга и 500 метров. Дистанции у нас в соответствии с возрастной категорией проводиться будут троеборья. И у нас разыгрываться будет как личная дистанция, отдельно взятые дистанции, так и по сумме многоборья. Эстафеты мы тоже будем разыгрывать. Победители первенства будут отобраны в сборную команду края. Чемпионы 2 состязаний определятся 29 сентября. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.